Пожаловать. Сегодня покажу своих бульбашей. Их у меня 7 штук. К сожалению, 2 погибло, но я их с ними начала знакомиться приблизительно где-то года 2 назад. Поэтому первые бульбаши, которые у меня появились, они, к сожалению, я с ними не справилась. Но методом проб и ошибок предлагаем разные посадки. Я нашла наконец посадку, которая им в моих условиях нравится. А вот с медузой мы еще не можем подружиться, но первый же результатик есть. Пришла она ко мне от швертера в не очень хорошем состоянии, и вот мы с ней сейчас пытаемся как-то выкарабкаться. Но остальные у меня пришли от Дебби. А еще Бульбофилум фаленопсис, там 2 в одном, там кусочек от Дебби и кусочек от швертера. На данном этапе они у меня вроде бы как и прижились. Один у меня пришел в 2018 году, а вот этот вот, я уже не помню, когда я у Дебби заказывала. В 2018 году был приобретен он у швертера, тоже чуть не погиб, но я его выходила. И, в принципе, ему сейчас нормально, он чувствует себя хорошо, выкарабкивались. Делал очень долгий подход, было очень много ошибок, и посадок тоже было очень много, но, наконец, я нашла ту посадку, которая в их условиях им подходит, и это первые мои победы, которые вот так вот выглядит этот товарищ. Он уже разросся у меня, очень хорошо подписывать. И он пришел тоже очень такой малявочка, вот с этими бульбочками. И остальные вот у меня наросли. Уже даже и отсюда сзади пошли вот эти бульбочки. Вот эти бульбы старые. И посмотрите, я по ним всегда определяю. Если она начинает морщиться, то надо обязательно долить водички. И они очень хорошо даже себя чувствуют. Последняя бульба, это вот этот он вырастил. И вот здесь вот рост идет очень такой странный. С двумя листочками. Вот один листочек и вот второй листочек. В моих условиях вот эти 3 бульбочки выросли. Также. И я надеюсь, что в скором времени мы будем уже цвести, потому что он уже такой достаточно пышный, очень хороший. И в следующем году уже можно будет его подвешивать, и он будет себя чувствовать очень даже хорошо. Да, они большие высотой, но зато они очень эффективные. Если кому-то будет, конечно, интересно, я обязательно расскажу про посадки, покажу. Но вот на данный момент вот эта посадка, она очень даже мне подошла к моим условиям, и они чувствуют себя замечательно просто. Растим, наращиваем свои массы. Так что это вот такой вот красавчик, который первый мне дал силы и уверенность. Ну, не первый, конечно, второй или третий дал силы и уверенность в выращивании бульбашей. Очень уж они мне нравятся, эти бульбаши, но вот еще у меня в планах немножко расширить свою коллекцию бульбашей и еще парочку прикупить, заказать вот именно те, которые мне нравятся. Я и выбираю по цветам, хотя одного выбрала по красоте листьев. И еще один такой, который придает мне вещь, макрантум. Но это попытка номер 2. Первая попытка у меня была. Пришел ко мне он в очень хорошем состоянии. Тоже от Дебби. Я его посадила на блок. И он вроде бы как и пошел. Вроде бы и в рост, и все хорошо. И вроде бы как и цветонос дал. Но
На блоке у меня не в моих условиях, они не идут. Их надо поливать. В день можно поливать их по 3-4 раза летом. У меня столько времени нету. И, к сожалению, я их засушила. В Бульбаше я их засушила. Поэтому, опять же таки, нашла вот такие. Ну, у нас продаются вот такие вот корзинки. Это корзинка побольше, так как и растение такое большое. Вот точно так же посадила. Вроде бы как все нравится. К сожалению, он у меня на это было одно растение, но, к сожалению, он у меня раздулся на 3. Вот это вот последняя зеленочка, которая вот молодые ростики, молодые бульбочки. К сожалению, я нечаянно, ну, отлова, он был длинный, и я его, к сожалению, нечаянно отломалась у меня. Сейчас на данный момент вот у меня расположен так. Я его расположила так, чтобы он друг другу не мешал. Здесь вот еще одна, один ростик вот такой, это старые бульбы тоже у меня, к сожалению. Здесь вот еще один, одна деленочка идет, и здесь вот уже 5 бульбочек. То есть здесь 2 и 5. Набираем уже. У нас нету сморщенных бульб, мы набираем, мы набрали уже тургор, как говорится. Бульбочки все уже в хорошем состоянии, абсолютно. И я надеюсь на то, что эта посадка ему понравится, и у меня будет с ним все хорошо. К сожалению, вот первого я, да, засушила. А потом, мне когда подруга увидела его, она захотела тоже, я ей заказала тоже у Деби. На день рождения я ей подарила. У нее сейчас он растет, уже даже цвел такими классными, красивыми цветочками. Ну вот, сейчас вот я себе заказала еще раз, это дубль номер 2. Эта посадка понравится и будет с ним все замечательно. Есть у него, есть куда расти. Будет забивать эту корзиночку, ну а потом уже посмотрим в дальнейшем, как он будет развиваться дальше. Но я вот надеюсь, что все-таки у нас все с ним получится, с этим красавцем, и будет все замечательно. Здесь я его, их закрепляю вот таким вот манером, такой вот палочкой, для того, чтобы они не болтались, спустили корни. И вот здесь его мох с тем, с чем он пришел, с добавлением, конечно же, моего мха. Ну, вот. Вот такая вот красота. Я его очень-очень-очень в своей коллекции. Я его так хотела. И, к сожалению, с первым я не справилась. Но это по моей вине. Потом очень хорошо начал расти первое время. Но вот потом у меня времени не было. Я и уезжала, и они висели у меня. И, к сожалению, он засох. То есть вот сейчас на данный момент у него все замечательно, у этого крепыша. Надеюсь на новый рост и на его дальнейшее цветение. Еще один, с которым я все экспериментировала, экспериментировала, и в итоге я пришла к тому, к чему пришла. Это вот такой вот красавчик. Вырастил вот у меня вот эту вот бульбу. И вот эту бульбу он уже, я их сейчас на данный момент его точно так же посадила в такую же маленькую корзиночку. И надеюсь, что с ним все будет хорошо и замечательно. С матраном. У меня есть макрантум и есть суматраном. То есть такие вот красавчики. Очень я их обожаю. Надеюсь, с ним все будет в порядке. И он уже у нас будет уже как бы взрослым таким растением и начнет уже как-то давать новые росты. И когда-нибудь надеюсь на его цветение. Ну, ему пока этой корзиночки достаточно, и с ним все замечательно и хорошо. Этого товарища я заказала в начале весны. Но руки загребу, глаза заведущие, руки загребущие. Я совсем забыла, что он у меня есть. И у Деби заказала еще один. И, кстати, покажу вот на развитие этих бульбашей. Вот этот бульбаш, он у меня пришел в начале весны. То есть это, ну, маленькая растенница, малыш. Вот его такие вот первые бульбочки. Вот у него такие бульбочки. Вырастил он у меня вот эту бульбу за лето. И вот сейчас на данный момент у него еще вот один рост идет. Вроде бы как все хорошо. Маленький малыш-крепыш такой. Но посмотрите, вот этот вот малыш-крепыш, этот пришел от Дэви вот уже в конце осени.
буквально вот эта последняя посылка. Он у нее сидел на блоке, то есть это тоже на блоке сидел, но еще не был так хорошо корнями оплетено. Вот этот, то есть я его спокойно сняла и посадила его в корзинку. Это такой крепыш-малыш пришел у меня уже в конце осени, в последние теплые дни, и точно так же на дощечке. И этот красавчик, у него, посмотрите, сколько у нее новых ростов. То есть вот эта бульба у нее, по ходу дела, выросла, вот эта у нее выросла. То есть такая же была маленькая, да, три вот этих бульбочки. Смотрите, вот эту нарастил, вот эту нарастил. Здесь он пустил сейчас новый ростик, да. И здесь вот такие два ростика. То есть в теплице у Дэби намного быстрее развиваются растения, нежели у меня, скажем, в моих условиях. Ну, все это понятное дело, но мы развиваемся, все равно мы развиваемся. Ну, посмотрите, у меня бульбочки немножко меньше, чем у нее. То есть у нее развиваются растения намного быстрее, и корней у него на этой дощечке было очень много. Я его не стала дергать, то есть эта дощечка вот под мхом лежит. А вот этого товарища я снимала с дощечки, я его сняла и посадила в корзинку. Но пришлось мне эту корзиночку маленькую убрать и посадить их двоих, так как это одно и то же растение. Посадила я их теперь уже двоих в одну плошку. И теперь будем смотреть, как они будут вдвоем развиваться. Посадила так, чтобы они друг другу не мешали на данном этапе. Ну, посмотрим. Здесь я его посадила посерединке, так как здесь у него, видите, новый, еще точно так же идет новый ростик. Этого я посадила вот с этого края, потому что, ну, как бы он малыш такой, и росты идут у него всегда в эту сторону. Так что, и так вот. Еще один красавчик. Давайте сразу вам покажу вот этого вновь прибывшего, тоже красотуна, который у меня... пришел с цветоносом, но, к сожалению, пока я тут снимала, пыталась, думаю, сейчас он откроет, он открыл, и тут же он закрыл. Ну, видимо, то, что было у него адаптация, подход у него, и все-таки, ну, я его тоже не пересаживала, еще он сидит вот в таком вот горшочке, в такой вот плошке у меня. Здесь у него все время водичка для того, чтобы влага какая-то поступала. Пересаживать весной в корзинку, а может быть и сейчас. Уже цветонос уже сейчас засохнет. И я его, может быть, точно так же. Вот здесь вот у нас, посмотрите, новый корешок идет. Причем так хорошо видно. Ну, вот такие вот условия мне не позволяют их. Видите, они немножко уже начинают морщиться. Поэтому я его хочу пересадить точно так же вот в такую же корзинку. Для того, чтобы он рос хорошо и уже дальше развивался. Чтобы было ему куда растить эти вот бульбочки. Вот. Так что вот этот вот красавчик мой. Вот так вот он выглядит. Очень классный. Ну вот уже было цветение. Я, к сожалению, не успела вам его показать. Но сила магии в том, что у меня есть фотография. Еще один красавчик, от которого я просто балдею, это бульбофилум фаленопсис. Когда-то первый мой бульбашек пришел, и все мне начали писать: «Вы знаете, чем он пахнет?» Девочка, знаю, пахнет он не очень, но к тому времени, когда он зацветет, я надеюсь, что, ну, это будет летом, и он будет опять жить у меня на улице. Меня это не остановило. Я очень его люблю, шикарные листья. Просто листья у него бомбические. Вот он у нас, такие вот листочки есть. Вот такие вот тоненькие. Мы долго растили эти листы. У нас вот такие вот бульбочки. Здесь два растения. Вот это вот от Швертера было. Вот с какой вот, с этой бульбочкой. Вот с, да, вот с этими бульбочками. Это было от Швертера. А вот это вот, вот эти вот две бульбочки, вот эти две бульбочки, это было от Дэби. Ну, вот это они старые. Вот здесь еще были несколько бульбочек, но, к сожалению, они отсохли. Я их посадила в плошку с мхом. Там чуть-чуть коры и мох.
То есть, как вот у Швертера сидит. И вот, посмотрите, у Дебби, наконец, от Дебби он начал вот такой вот лист гнать шикардосный. А от Швертера он в этом году у меня вырастил вот такое вот яблоко. В том году он вырастил вот такое вот маленькое, но вроде бы как и нормально. В этом году он, посмотрите, какой вырастил. Вот такой. С каждым разом бульбы все становится все больше, больше и больше. Здесь у нас идет уже новый ростик. Вот здесь у нас со старой бульбочки тоже что-то лезет. Попробую поймать его. Вот здесь. Вот я не хочу просто листья его трогать. Вот еще один. И с этой стороны у нас тоже готовится почка. Вот она. Вот она. Вот это вот. Я надеюсь на то, что все-таки мы начнем хорошо-хорошо расти. Он уже адаптировался, потому что вот с этими бульбочками он вот такие вот маленькие-маленькие листочки приходили. И вот здесь я, конечно, тоже, опять же таки, здесь три бульбы у меня ушли, испортились. И здесь у меня было еще две бульбочки, они тоже испортились, но это от Дебби. И я теперь вот этот вот ростик, у нас вот такие вот бульбы выросли. И вот сейчас на данный момент вот еще одна бульба растет. Но я теперь надеюсь, что это будет покрупнее, побольше, повыше. Не буду его крутить, вертеть, но вот у нас уже последний лист от Швертера вырастил вот такой вот большой. Вот он. Но он настолько классный, эти листы. Они такие нежные. Я от него просто балдею. Но вот почему-то под новой фитолампой он у меня выпустил. Обычно он начинает зимой стоит долго, но вот с новыми моими лампами они начали растить гораздо больше и лучше. И вот даже под этой лампой он начал, видите, сразу расти. То есть у него зимой, как он в том году застопорился и стоял, не было. Так что кто, если думал, что у меня бульбофилум погиб, бульбофилум фаленопсис, нет, он у меня не погиб, просто... Я не люблю по 150 раз я показывать, ой, вырастил одну бульбочку, ой, вырастил еще одну бульбочку. Я люблю показывать, когда уже такой побольше результат есть, да, Вот и здесь, вот, посмотрите, края уже начинают у него от лампы краснеть. Вот такие вот. И теперь я думаю, как же его посадить весной. Ну, я надеюсь, что до весны мы дотянем. Бульбочка это не будет такой толстой, здоровой, и не будет это мешать. Света с Германии ездила к Люке и показывала там бульбаш. И он сидел у них в корзине. Я надеюсь, что, может быть, мне его тоже в корзинку посадить. Опять же таки, если я в корзинку посажу, это надо опять, чтобы было больше влаги у него. А мне вот в таких низках вот именно его очень хорошо выращивать. То есть, посмотрим. Если такую корзинку красивую, да, которая поместится там, то я, конечно же, посажу его, может быть, и в корзинку. Но он у меня очень классный. Мне вот так он нравится. А новый этот рост, он почему-то долго спал в этом году. И вот только... В середине лета он начал выпускать у меня вот эту вот бульбочку. И вот только-только начал вот он развиваться. Но посмотрите, листья обалденные. Вот он. Вот под лампой я его поставила. И вот прям вот видно, как он быстро-быстро начал наращивать свою массу эту. Так что я надеюсь, что все-таки мы под этими лампами зимой нарастим очень хорошую массу. И у нас теперь не будет периода покоя зимой, а будем растить все время и летом, и зимой, и весной. Летом ему нравится находиться на улице, но единственное, что я его прячу под навес, дабы чтобы его не заливать, если мало ли будет дождь. А так его поливают со шланга с речной водой. И еще один, с которым я пока не могу договориться, это филум медуза.
Пришел он ко мне летом. Я заказывала его у Швертера. И посмотрите, в каком он состоянии. Я не могу никак. У нас очень много буль подсохло. Они вот так вот темнеют, засыхают. Хотя у него очень хорошая такая вентиляция идет. И это сейчас я воду вылила. Я ему сделала просушку. Но у него всегда есть здесь вода. И я теперь не знаю, как с ним поступить. Здесь вот, слава богу, у нас пошел какой-то рост. Я думала, что он опять погибнет. Это, кстати, дубль номер 2. Был маленький. Сейчас я взяла уже такое взрослое растение. Думала, ну, взрослое растение, ну, быстрее, может, адаптируется. Но нет. У меня с ним тоже, вот от Швертера, почему-то у меня не получается адаптировать растение. И я не знаю, я его посадила, я его не дергала, да, и эту коряшку я привязала вот к такому блоку в надежде на то, что он будет потом ходить и оплетать. Здесь вот новые корни, конечно, пошли, вот они свеженькие, молодые, новенькие. Вот здесь вот видно, что там очень хорошие корешочки есть, но новый рост пока пошел один. Я, конечно, его тут и поливаю, и сейчас вот опять сейчас его пройду, пойду залью, и здесь останется у него вода. Я в надежде на то, что все-таки до, ну, пускай там следующей весной мы адаптируемся, мы будем себя чувствовать хорошо, замечательно, и мох у меня подложен. Думаю, что, может быть, еще ему сейчас мха подвяжу немножечко побольше. Ну, посмотрим, потому что, ну, я не знаю, что-то идет не так, потому что, ну, вот такие вот бульбы, они вот, посмотрите, вот здесь вот у меня парочку бульб я уже оторвала, здесь вот я тоже отрывала бульбы, потому что они вот такое вот собираются и потом начинают, ну, плохо себя чувствовать, я их отрезаю. Вот здесь, вот, видите, отрезаны тоже бульбочки. Короче, пока с ним я пытаюсь подружиться. Пытаюсь его адаптировать, но тут, конечно, пошел один ростик, но это пока не считается. То есть мы пока еще адаптируемся. Сейчас на данный момент подложу ему еще мха здесь, обвяжу его, может быть, побольше мха, и будет ему очень даже хорошо и замечательно. Вот такие вот у меня новости. Извините, что я не смогла. Я пыталась, честное слово, но, к сожалению, работы было много и пропустила я это цветение, но цветение было, конечно, обалденное. Вот такие вот у меня новости и вот такие вот у меня бульбаши. Теперь будем ждать их цветения с нетерпением. Мне бы теперь нам бы до весны дожить, а там будет все хорошо и замечательно. Зиму пережить это самое главное. Так что будем стараться. Всем большое спасибо за внимание, всем удачи и пока-пока.